гинеколог мне сказал, что все, ни в коем случае не надо рожать, ребенок родится каким-то нездоровым, у тебя внематочная беременность. Но на тот момент я не знала абсолютно всех деталей, как это происходит и что надо делать в таком случае. Врач мне прописал какие-то лекарства, я все это выпила, потом мне стало плохо, естественно. Вова все это был рядом, все время был рядом со мной, меня поддерживал во всем. И потом он сказал, не надо ни в коем случае это так оставлять. Я не знаю, к какому врачу ты была, но я тебе даю другого врача, очень крутого врача он мне дал. Я поехала к нему, он меня обследовал. После чего я ему сказала все, что мне сделал предыдущий врач. Он мне сказал, что, к сожалению, то, что я сделала, это неправильно. И врач какой-то там дебил ненормальный, ни в коем случае не надо к нему ходить, потому что это была нормальная беременность. Просто врач хотел заработать денег за счет меня и обманул. А так бы ребенок бы родился здоровым.